Приветствую всех, с вами Нидирамос, и мы продолжаем проходить вторую часть Siphon Filter. На высоком уровне сложности проходим. Колорадо, США, United Pacific, поезд 101. Гейб Логан. Вы избежали очередной ракетной атаки Арчера, запрыгнув на товарный поезд United Pacific, идущий на запад. После поездки на нем вы окажетесь в 5 милях от сбитого Си-130. Вам нужно добраться до локомотива и пытаться затормозить поезд, когда он будет приближаться к месту крушения. Арчер использует свой черный ястреб UH-60 для высадки подразделения агентства ОПЛ, отряда поиска и ликвидации. Он скорее уничтожит поезд, нежели позволит вам уйти с горы живым. Ликвидируйте всех оперативников, что встанут у вас на пути. Once we have those data disks, we can bargain with the agency for your vaccine. I'm on the way. Так, тут у нас что? Тут у нас бронежилет есть. Ох, у нас мало оружия, кстати. М16 закончился почти. А что этот тормознутый был? Так, ну раз зачищать, значит будем зачищать потихонечку. Козел. Сбил мне почти весь броник. А, в смысле? Это что за чит, погоди-ка? Ты меня сквозь стену расстрелял? Подлое существо. Красиво нас фаршировали. Пригнулся. Как будто его это спасет. Я спущусь вниз просто, чтобы забрать эти патроны к М16. Это был тот негодяйской морды, который меня подстрелил в прошлой попытке. Кстати, тут дробовик прям хорошо ведет себя. Я бы даже удивился этому. О, чекпоинт. Ну,
Эх ты, козлина. Так, броники мне, к сожалению, не оставили, но у меня в начале остался броник еще. А пока у меня лимит времени нет, я думаю, я могу спокойно туда добежать. Но я лучше добегу, чем буду делать рестарт с последнего чекпоинта. Казалось бы, совсем немного прошли, но тут уже, вон, офигеть, сколько вагонов. Ух, наконец-то. Обратно бежим вперед. Ну, дробовик хорошо в этой, в начале этой миссии послужил. Я сколько бойцов с помощью дробовичка ушатал. Угу. Непонятно где. Видимо, между вагонов, да? А, ты прямо внутри вагона? Ну, тебе норм. Кстати, я так и не сказал в одной из прошлых миссий. Вот одна из сложностей в этой игре стала, что вот это ручное прицеливание, вы видите, в рандомную точку наводится. То есть, если... раньше оно ровно на уровень головы наводилось всегда в первой части. И поэтому очень быстро можно было прицелиться. Но во второй части это усложнили. И я так и не понял, что это был за прикол. Почему там вот этот... Да серьезно? Чё он вообще не мог стрелять с этого оружия? Погоди, я не буду бежать обратно. Боезапас полный у М16. Не хочешь сказать, ты вот здесь, да? Больше нет. Ну все, дробовик весь растранжирил. Сзади кто-то идет? Никого не вижу. Ох, темный туннель.
Да, в темноте чуть-чуть попроще сражаться. Никого не вижу. Какой-то идиот подорвал гранату, которая взорвала топливную цистерну, судя по взрыву. Ну, на этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока!